Ход реализации закона Республики о социальном обслуживании граждан обсудили сегодня на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социального развития. Полную силу закон начнет работать с нового года. В соответствии с законом впервые работа с клиентом предусматривает работу по индивидуальной программе. Документ составляется исходя из потребностей гражданина в социальных услугах. Получатель услуг по желанию может участвовать в составлении программы. К 2018 году 10% социальных услуг должны предоставляться индивидуальными предпринимателями.